Есть смысл рассказать немного об аксессуарах. Давайте начнем с кредла. Вот мы сюда устанавливаем аппарат. Я подключаю свой кабель, поэтому он черного цвета. Так, и подключаю к USB. Ну, вот у нас активировалась подставка. Включился Bluetooth автоматом. Дальше телефон будет общаться с кредлом при помощи Bluetooth. Ну, здесь можно, например, зайти в календарь, можно позвонить, включить-выключить яркость, вызвать номеронабиратель, ну, или же меню. Музыку можно запустить, ну, вот послушайте, как он звучит. Достаточно приятно. Звучит громко, то есть вполне можно заменить какой-нибудь небольшой такой магнитофончик или небольшие колонки. Перелистывание вправо-влево, ну, часы, в общем-то, остальное управление, я думаю, вам должно быть понятно. Телефон, номеронабирателю. Яркость можно практически в ноль сделать, ну, вдруг кому-то надо будет ночью оставить, вот, поэтому можно регулировать яркость. Ну, такая вот интересная вещь. Так, теперь давайте перейдем к вот этому датчику. Вернее, это не датчик, а индикатор. Подключаем. А Bluetooth до сих пор работает. Это очень плохо. Так, подключили. Теперь мы будем звонить. И вы посмотрите, как он мигает. Итак, берем телефон и звоним на телефон. Делаем якобы вызов. Поехали. Посмотрим, как он мигает. Вот пошел мигать. Здесь мы можем звук убрать. Вот таким образом он мигает. Красиво. Можно даже сделать вот так. Все, абонент недоступен. Включаем. Вот он будет периодически так помигивать, показывая нам то, что мы пропустили звонок. Так, ну вот примерно так это все выглядит. Оригинальные аксессуары. Насколько они нужны, наверное, виднее вам. Вот, то есть такая вот подставка автоматом, которая включается. Вставили, пошло соединение. Ну, а дальше вы можете все что угодно делать, в том числе и звонить. Номеронабиратель. Ну вот, звонок пошел. Алло. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка. Ну, сейчас слишком расстояние маленькое. Вот сейчас нормально. Всем привет. Пока-пока. Ну вот. Такие интересные гаджеты. Всем спасибо. Пока-пока.